Жизнь после коронавируса. Как восстановиться после болезни? Этот вопрос мучает все большее количество людей. Пациенты отмечают, что сохраняется одышка, слабость и быстрая утомляемость. По словам специалистов, до полного восстановления организма обычно требуется 2-3 месяца. Что необходимо делать людям, перенесшим COVID-19, рассказал главный врач футбольного клуба «Звезда» Сергей Долгомиров. Он отметил, комплексные программы реабилитации не существуют, но есть ряд базовых принципов, направленных на улучшение процесса восстановления организма. Самые главные три основные вещи – это водно-питьевой режим, сбалансированное правильное питание и полноценный ночной сон. Ночной сон должен быть не менее 8 часов в сутки. Человек должен обязательно высыпаться, обязательно спать ночью, потому что все основные восстановительные процессы происходят у человека ночью.